Здравствуйте, с вами RDF Games, и я вам покажу, как надо брать 9-й таунхолл на 3 звездочки. Пробиваем стену, кидаем големы, а затем кидаем бомбармен, или как они называются, бомберы. Загоняем все внутрь, кидаем Арагис Пэл, чтобы уничтожить весь деф. Всех загоняем вовнутрь. Король пошел с другой стороны. Королева тоже, она снутри как-то пошла. Ну а големы с ведьмами и с визами очищают центр. Слабенькие у меня еще королева и король, но не без этого, как бы на 3 звездочки 9-й таунхолл можно взять легко. Только надо подобрать сторону хорошую, не нарваться на мины, гент мины. Ну все, 9-й таунхолл на 3 звездочки легко. В состав король-королева было 6 ведьм, 3 голема, где-то 15 визардов и 10 бомбомеров. Раги спел 1, 2 лечения спела и 4 спела, чтобы стену пробить. Ну вот, вы увидели, как надо на 3 звездочки 9-й таунхолл победить. Всем спасибо за внимание. Ставим лайки, кому понравилось.